Болезнь легче предупредить, чем лечить. Этой прописной истине следуют далеко не все. Ведь на сегодняшний день здоровье – самое ценное, что есть у человека. Однако зачастую люди так сильно вовлечены в работу, заботу о семье и другие дела, что не успевают уделить время и внимание своему здоровью. Как и где проверить свой организм, выяснил наш корреспондент. Быть абсолютно здоровым невозможно, а закрывать глаза на недомогание опасно. Бережное отношение к своему здоровью – залог долголетия и комфортной жизни. И чтобы убедиться в отсутствии угрозы здоровью и не потратить на это драгоценные месяцы жизни, нужно лишь пройти комплексное обследование у грамотных специалистов, например, диспансеризацию в поликлинике. Это ведь не только раннее выявление больных, но и лечение хронических заболеваний, то есть пролечили острые стадии заболевания, а потом уже участковый врач, специалист на селе, он продолжает контролировать назначение, состояние пациента. И это, конечно, значительно улучшает показатели демографические. И самое главное, что вовремя выявляем какие-то осложнения и появление новых заболеваний. Пройти комплексную проверку своего здоровья можно по полису ОМС. На диспансеризацию в государственной поликлинике каждый из нас может рассчитывать раз в 3 года. Кстати, в рамках диспансеризации появилась углубленная проверка организма. В частности, это относится к тем, кто перенес коронавирус в тяжелой форме. Оно, конечно, включает, кроме обычных мероприятий, осмотров, анализов, обследований, еще и так называемые углубленные обследования, состоящие из двух этапов. Проверка пульсоксиметр сатурации, 6-минутная ходьба, смотрим с нагрузкой, сколько человек может выдержать нагрузки и снижаются ли у него показатели. Чтобы пройти бесплатное обследование, требуется немало времени. За один выходной, предоставленный работодателем, вряд ли такое получится. И далеко не все можно обследовать при такой диспансеризации. Другой вариант – пройти чекап в частной клинике, где набор обследований можно подобрать индивидуально. Сориентироваться на новом рынке сложно, разброс цен огромен, а предложения порой совсем не похожи друг на друга. Однако, как выяснили наши журналисты, даже известные клиники города, такие как «Эксперт», «Центромед» и «Клиника восстановительной медицины», предлагают лишь частично обследование. Один из немногих медцентров Твери, где предоставляют полный чекап – клиника «Вера». Все чекап-программы в медицинском центре «Вера» построены по принципу 3 шагов. Первый шаг – это лабораторная диагностика, второй шаг – ультразвуковая и функциональная диагностика, и третий шаг – это консультация профильного специалиста с результатами обследования. Обязательное условие комплексного обследования – оценка результатов профильными специалистами и беседа с ними о состоянии здоровья. Пациент с результатами обследования получает консультацию терапевта или профильного специалиста, на котором врач определяет уже необходимость проведения более углубленных исследований, дает рекомендации и назначает лечение при необходимости. Чекапы необходимо проводить не менее чем 1 раз в год, а также при наличии жалоб. По сути, чекап – профилактическое комплексное обследование, разработанное специально для людей, которые ценят свое время и деньги, а также качество и результат работы других.